Идея украсить собственный двор цветами завяла. Жители Эльмаша не обнаружили во дворе привычные клумбы. Лет 15 они высаживали цветы, а тут оказалось разводить сад негде. Куда исчезли клумбы, на поиски отправился городской дозор. Каждую весну жильцы этого дома высаживали здесь настурции и петунии. Но в этом году полноценно украсить двор не удалось. Вазоны для цветов неожиданно исчезли. Место, где располагались мини-клумбы, можно найти по примятой траве. У жителей остались лишь воспоминания о былой красоте. Утром были, вечером пришли, нету. И начали выяснять. Соседка позвонила в жилконтору, 14-го, они сказали, у нас комиссия, они нам нужны. Мы, говорит, вам потом привезем. И вскоре действительно привезли. Вот только вазонов было три, а вернули лишь один. Помимо арифметической ошибки, жители нашли у коммунальщиков еще одну недостачу. Единственный вазон нельзя больше использовать как клумбу. Но дело в том, что сюда же надо землю, надо рассаду. А сейчас ведь время-то ушло, вот она и стоит. Кому посидеть, кому пиво попить. Жители провели собственное расследование и обнаружили похожие вазоны в трех кварталах. Но их состояние смущает местных. Что-то не видно, что их двор начал преображаться. Ну, вот эти вот клумбы, я не знаю, для какой цели их привезли. Необлагороженные, в них лебеда растет и сорняки всякие. Но, как выяснилось, эти вазоны не имеют никакого отношения к пропавшим. А те вовсе не были украдены и не применялись для озеленения соседей. Просто во дворе цветоводов проводили опиловку деревьев. Для того, чтобы машина, которая работала, автовышка, и потом машина, которая непосредственно производила погрузку и вывоз мусора, эти клумбы, значит, и вазоны не поломали, мы их вывезли по другим адресам. Вывозили временно, а когда пришло время возвращать, два вазона нечаянно сломали. Уже в ближайшее время, заверил нас начальник жилконторы, во дворе установят новые вазоны. И чтобы сгладить свою вину перед жителями, коммунальщики представят их в виде уже готовых цветников. Юрий Шумков, Руслан Шарафутдинов, городской дозор.